Температура выше 40 градусов установилась в 4 провинциях Турции – в Адане, Мерсине, Хатае и Османие. А термометр на улице Аднана Мендереса в городе Османие показывал в воскресенье днем 52 градуса жары. В Адане, где температура воздуха достигла 44,4 градусов, на улицах и бульварах царило затишье. Те, кто выходил на улицу, предпочитали навес в парках и зонах отдыха, чтобы защитить себя от жары. Температура воздуха в провинции Османие составила 44 градуса, все бульвары и улицы были пусты, а термометр на улице Аднана Мендереса в городе Османие показывал 52 градуса.